нашей стране и еще в 32 странах мира пользуются заслуженной популярностью микроавтобусы Елгавского завода «РАФ». Большую партию машин заказал предприятию Оргкомитет Московской Олимпиады. Этот микроавтобус будет сопровождать бегунов с факелом, зажженным на Олимпе. Во время рейса из Греции в Москву в трех лампах будет постоянно гореть олимпийский огонь. Кроме того, латвийские автомобилестроители создали специальные модели для технического обслуживания велосипедных гонок, для судейских бригад по марафонскому бегу и спортивной ходьбе. Всего на трассе Олимпийских игр 1980 года выйдут 235 микроавтобусов с маркой «РАФ».